А вы знаете, что по английской свадебной примете невеста должна включить в свой наряд старую вещь, новую вещь, вещь, взятую взаймы, и вещь голубого цвета в своем гардеробе. Всем привет, друзья! Почему я сегодня заговорила о наряде невесты вдруг? Ну и вы, наверное, догадались, что сегодня я хочу вам рассказать о самой знаменательной свадьбе, которая случилась 7 июня 2024 года в Англии. Это свадьба одного из самых богатых женихов Англии, аристократа Хью Гравенора и его невесты Оливии Хэнсон. И несмотря на то, что свадьба состоялась уже около 5 дней назад, но не смолкают английские газеты, журналы, и все наперебой рассказывают об этой грандиозной свадьбе с подробностями, с прекрасными фотографиями. Давайте мы, друзья, поговорим об этом, я вам расскажу поподробнее, тем более, что я вам обещала. Сегодня, как пишут в газете Global, в графстве Чешир проходит свадьба, которую поклонники британской королевской семьи ждали больше года. 33-летний Хью Гравенор, 7-й герцог Вестминстерский, потомок Николая I, Натальи Гончаровой и Александра Пушкина и крестник короля Карла III, крестный отец принца Джорджа, женится на Оливии Хэнсон. Пара объявила о помолвке в апреле прошлого года после 2 лет отношений. Гравенор – близкий друг принца Гарри и принца Уильяма. И как раз принц Уильям, как близкий друг жениха, стал одним из шаферов жениха на свадьбе. Принц Уильям пропустил мальчишник своего друга из-за поездки накануне в Нормандию, но зато он был одним из первых, кто прибыл утром на свадьбу и привел с собой празднично-гламурных гостей на церемонию венчания. Сегодня он улыбается, хотя на свадьбе нет ни крестника жениха, сына Кейт и Уильяма, маленького Джорджа, ни самой принцессы Кэтрин. Но с принцессой Кэтрин понятно, почему она не пришла на свадьбу. А вот почему не пришел маленький принц Джордж на свадьбу? Он должен был присутствовать в качестве пажа на свадьбе и нести шлейф невесты. Но в самый последний момент принца Джорджа заменили одной из подруг Оливии. А невеста Оливия на свадьбе выглядела просто замечательно. Она выглядела очень счастливой, улыбалась на всех фотографиях, ее глаза светились от счастья. И Оливия покорила публику своим свадебным платьем с открытой спиной и огромной развивающейся по ветру фатой. Эта фата досталась Оливии от ее прабабушки и датировалась примерно 1880 год. Съемный 2-метровый шлейф Оливии стал причиной небольшого конфуза в самом начале свадебной церемонии. Сильный порыв ветра раздул фату и чуть не унес часть убранства невесты. Но помощница Хэнсон 2 руками схватила край шлейфа и удержала его на месте. Но зато этот ветер как раз и помог всем разглядеть поподробнее, что фата расшита по краю старинным орнаментом, цветочным орнаментом, а также на фате, как говорят, были вышиты имена жениха и невесты, а также дата свадьбы. Оливия надела на голову тиару Фаберже, миртовые листья, для этого знаменательного случая. Фаберже было поручено изготовить эту тиару в 1906 году для свадьбы лорда Хью Гросвенора и леди Мейбл, прапра
бабушка Хью. Эта бриллиантовая тиара состоит из двух веток листьев и ягод мирта с гравированными стеблями из красного золота. И все заголовки пестрили опять. Тиара Фаберже была звездой на светской свадьбе года. Как пишут газеты, Оливия сияла от счастья, когда прибыла в Честерский собор со своим отцом Рупертом Хэнсоном в винтажном Бентли 1930 года. Ковер, по которому невесту вели к алтарю, должен быть золотистого беж цвета. Это обозначает свадьбу аристократа. Такой же цвет предлагали на свадьбу Гарри и Меган, но Меган требовала только красный ковер. Красный не разрешили, потому что его позволительно только монарху и наследнику. Тогда Маркл потребовала убрать ковровую дорожку вообще. Нет на свадьбе и принца Гарри, хотя Хью сначала подумывал сделать шафером именно Гарри. Но позднее он позвонил Гарри и Меган и извинился, что сделает шафером Уильяма. Что там обсуждали друзья по телефону, сказать очень сложно. Но говорят, что Гарри якобы был в ярости и отказался потом сам приезжать. Британцы пишут, что Хью отозвал приглашение на свадьбу. Где тут правда? Сейчас не понять. Еще одна заминка с королем и королевой. Короля Чарльза и королеву Камиллу пригласили на свадьбу. Но дело в том, что у Камиллы зуб на семью герцога Вестминстерского. Когда много лет назад выходила замуж сестра Хью, семья позвала всех королевских родственников, включая Елизавету II. Но Камиллу не позвали. Причиной неприглашения стало ее несоответствие правилу нахождения на венчании разведенной. Елизавета II это приняла, а вот Чарльз и Камилла запомнили такой выпад в их адрес и затаились. И сейчас, когда им послали приглашение, они отказались, сославшись на поездку в Нормандию. Внучка королевы Елизаветы II, принцесса Евгения, также пришла на свадьбу. А вот ее сестра, принцесса Беатрис, почему-то на свадьбе тоже не присутствовала. Поговаривают, что Беатрис побоялась мести Камиллы, если вдруг она пойдет на свадьбу. Много фотографий родителей жениха и невесты. У невесты Оливии и мама, и отец, а вот у жениха только мама. Отец Хью, к сожалению, умер в 2016 году от сердечного приступа, когда Хью было 25 лет. И именно тогда Хью стал самым богатым женихом Великобритании, состояние которого сейчас насчитывает более 10 миллиардов фунтов стерлингов или 13 миллиардов долларов. Ну и, кстати, о состоянии жениха Хью, о его богатствах, о его семье, о том, что он потомок Пушкина, вы можете посмотреть, кому интересно, в моем предыдущем видео. Я там все подробно рассказывала. Посмотрите, вам видео всплывет в правом верхнем углу. Ну и еще помните, я вам сказала, что невеста на свадьбу по английской традиции должна надеть что-то синее. И вот невеста выбрала вот эти синие туфли, которые она одела на свадьбу. И споры об этих туфлях невесты не утихают в прессе. Уже все высказали свое мнение. Кому-то туфли нравятся, очень хороши.
А кто-то говорит: «Боже, что за убожество, как можно было выбрать такие туфли, куда смотрел богатый жених со своими миллиардами?» Ну, в общем, туфельки Оливии Хэнсон изготовлены вручную в Испании мастерами-сапожниками и называются «Валентина и Ривьера». На своем сайте бренд отмечает: туфли Валентина и Ривьера – это воплощение мечты, великолепный длинный бант, непревзойденный стильный штрих этих туфель. Бракосочетание прошло в Честерском соборе в графстве Чешир, где живет семья жениха на северо-западе Англии. На свадьбу приехали сливки британского аристократического общества. Свадебный банкет состоялся где-то в окрестностях Итан-Холла и Честера. И приглашено на банкет было более 400 гостей. Но, к сожалению, вечернее шоу на свадебном банкете, да и сам банкет Оливии и Хью, никто из гостей снимать не мог, потому что охрана все телефоны у гостей и прислуги забрала еще при входе в поместье. Что было на мероприятии? Живой оркестр, популярные музыканты, приглашенные звезды. Имена не перечисляются, но говорят, что шоу и ужин были грандиозными. 400 гостей остались в восторге. И потом все написали в соцсетях, что никогда еще они не были на подобном уникальном празднестве. Был и фейерверк, был и свадебный торт в человеческий рост, в котором находилась часть гостей и музыканты. И тут довольно милое отступление. Нужно сказать, что Хью Гросвенор, жених вместе со своей невестой Оливией, оплатил небольшой десерт для всех жителей местных деревень и Честера. Молодые заказали у кондитеров и мороженщиков пончики, пирожные, щербет и настоящий пломбир. И было объявление в газетах, что с 10 утра и в течение всего дня до 7 вечера любой человек сможет получить бесплатное мороженое или пирожное в одном из заведений города. Но, несмотря на все это, простые жители города остались недовольны и даже попытались сорвать свадьбу вот такой вот дымовой шашкой. Поэтому даже и милиции пришлось здесь вмешаться, и эти торжества немного были омрачены. Но что поделать, такова наша жизнь. Кто-то всегда остается недовольным. Ну и, кстати, надо отдать должное молодоженам, миллиардерам, которые сразу же после свадьбы объявили, что, несмотря на все свои миллионы, они будут продолжать работать. Вот такие сегодня у меня для вас новости, друзья. Я вам обещала рассказать об этой грандиозной свадьбе, и я вам рассказала. Если у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте. Пожалуйста, не забудьте поставить лайк те, кому понравилось это видео, или напишите ваши комментарии, которым я всегда рада и которые я всегда читаю. Не забудьте также подписаться на мой канал, те, кто еще не подписан, потому что будет еще много интересного впереди. Я обещала вам рассказать секреты английского двора, которые вы еще, возможно, никогда не слышали. Обязательно расскажу в своем следующем видео. Ну а на этом, друзья, я с вами прощаюсь. Всего вам доброго, берегите себя. Всем пока-пока.